Да, я скучаю больше всего по близким людям в свободной жизни, в свободном городе, в свободной стране. В эмиграции я тоскую больше всего по себе. В целом, это тоска как переходный момент между твоим старым я и новым я, поскольку ты осознаешь, что как раньше уже никогда не будет. Наверное, все, что есть вокруг, уже давно изменилось, но я все равно этого не видела и скучаю, потому что есть у меня в голове.